На заседании антинаркотической комиссии специалисты подвели общие итоги за прошлый год, а также наметили новые задачи. У тех, кто отвечает за профилактическую работу, поручений много. Впереди летние каникулы. Поэтому вместе с представителями правоохранительных органов на заседание антинаркотической комиссии пригласили специалистов управлений образования и молодежной политики. У нас, скажем так, активно принимает работу и молодежный патруль, который тоже проводит работу, связанную с профилактикой данного правонарушения. Это и выявление надписей, которые информируют, где можно приобрести наркотические вещества, сайты. Поэтому молодежь активно включается, помогает оказывать содействие органам правопорядка. Сами же правоохранители сегодня доложили о совместном мониторинге со специалистами администрации города и Федеральной миграционной службы по выявлению объектов незаконной торговли, а также граждан, которые проживают в Сочи без регистрации. Из 191 гаражного кооператива, расположенного в городской черте, проверке подвергся каждый. Из 12 тысяч гаражей, которые находятся на территории этих кооперативов, 4500 были, в общем-то, тоже осмотрены, и выявлено масса нарушений, возбуждено 16 уголовных дел, порядка 61 административного протокола, в том числе, в общем-то, были выявлены значительное количество лиц иностранцев, находящихся незаконно на территории города. И в основном это, конечно же, лица из числа ближнего зарубежья, да, из этого контингента. В общем-то, в дальнейшем эта работа будет продолжена, каждое ведомство по своему направлению, то есть это зона оперативного внимания.